Привет! Привет! Привет. Мы знаем, куда в гостях у Лизы. Мы будем делать кексики. Нет, мы будем делать кексики. Мы на кексиках будем рисовать завитушки. Ну, у Лизы заяц? Он спит или он будет тебе помогать кексики делать? Помогать делать кексики. Помогать делать кексики? Не делать, украшать, наверное, будете кексики. Да, мы будем делать завитушки на кексиках. Завитушки? Ну, давайте. А Алиса что будет делать? Алиса... будет маленькая Микки Мауса. Что? Туда синяя чёрная сюда. Ну, подожди, пока она сделает. А что ты будешь делать, Алиса? Давай ты, наверное, уже что-то другое будешь делать. Микки Мауса. Ну, ты же Микки Мауса уже делал недавно. Давай сделай зайчика. Мальчика Микки Мауса? Да. Сделайся зайчика нам, дорисуй с ушками. Давай. Все, это глазки у тебя получились, да? Теперь Егору отдавай, Егор будет украшать. Егор будет делать завитушки. Волшебные завитушки. Вот этот ротик будет. Вот это ротик будет? Да. Ясно. Да, вот такого цвета. Такого цвета? Да, он как-то непонятный. Но он коричневый. Да. А Алиса песенку нам не хочет про пальчики спеть? Нет. Почему? Ну-ка, спой песенка. Ну, я смотрела мультик «Айду-иду». Ну, так и спой про «Айду-иду». «How do you do», да? Спой. Ну, я не хочу. Ну, я почему? Ну, я потом. Давай сейчас. Мы сейчас хотим послушать. Нет. Ну, хоть чуть-чуть спой. Нет. Мне так нравится, как ты эту песенку поешь. Это мама фингал, where are you? Да? Папа фингал. Фингер, палец. Алиса, наверное, не умеет петь, да? Егор только умеет петь. Да? Алиса не умеет петь? Нет. Нет? Только узнаваю буквы на книжке и... Только узнаваешь буквы на книжке? Да. Ну а песенку спой нам. Нет, я узнаваю буквы на книжке и на пазлы. И на пазлах? Ты все же буквы у нас знаешь, да? Да, только все, только много-много-много. Много-много-много, да. А какая у тебя буква самая любимая? Один. Нет, один это цифра. А буква? У меня Е. Ну, потому что ты Егор. А у Алисы какая буква? Один Алиса. Алиса, да. Буква А у Алисы, да, самая любимая? Нет, один Алиса. Один Алиса? Да. Ну, один это циферка же. А это буква. У Алисы имя состоит из букв. А? Что Алиса там делает? Ушки сейчас. Ушки сейчас? Ну ты делай и песенку нам напевай. Оп. А? Алиса. Делай. Мы хотим песенку твою послушать. Нет. Ну почему? Потому. Ну спой. Нет. Ну спой. Нет. Ну почему ты не хочешь спеть? Она слишком занята, наверное. Я слишком занята. Слишком занята? А если Егор тогда твою песенку будет петь? А? Алиса. Давай ты нам споешь. А то у Егора не получается. О, что у меня уже пока получилось. Все уже? Ты сделал? Нет. Ну давай делай. И носик. И носик. А Алиса уже сделала, да? И все, сейчас нам будет петь песенку. Да, про пальчики. Да? Алиса, будешь нам петь песенку про пальчики? Которую ты в мультике видела? Ох, нет. Ой, молодец. Смотрите, какой у меня большой нос. Здорово! Какой большой нос получился? У кого это большой нос получился? Микки Мауса. У Микки Мауса. Микки Маус мальчик или девочка? Мальчик. Ты смотри, какой у него большой нос. Здорово! Теперь какой будешь брать? Коричневый, да? А сейчас что ты делаешь Микки Маусу? Полоска. Которую я смотрела по пунгунчиков малышей. Да? Малышей, которые не прыгали все накладки на большой, когда я его сделаю сейчас доктором. Да? А Егор что делает? Что-то Егор у нас притих и сам что-то леденец. Там себе делает? Леденец. Какой леденец? Это делает такую завитушку. Вот, как на картинке. Он какие-то завитушки делает. А Алиса... Что делает Алиса? Алиса делает точечки. Точечки? Да, для Микки Мауса. Для Микки Мауса точечки Алиса делает? Да. Ну, Егора, смотри, какие завитушки красивые получились. А? Смотрите, какие у меня точки.
точечки. Ну, здорово. Замечательные точечки у Алисы получились. Так. Так, у Егора уже завитушки получились. Сейчас будет делать между ними шоколадную прослойку, да? Ой, что у Алисы получилось? Красота! Ну, теперь можно петь песенку, да, Алиса? Ну-ка, давай. Песенку пой. Мы хотим послушать. И зайчик твой хочет песенку послушать. Что это Алиса сделала? Это леденец у Микки Мауса. Леденец на Микки... А, Микки Маус кушает леденец? Да. Вот, прикольно. А посмотри, как у Егора красиво получается. Смотри, как он красиво украшает. А, Алиса? А это что у тебя получается теперь? Леденец. Леденец? Смотри, какой медленный червячок. Ну все, хватит, хватит этого червячка давить. А то видишь, он у тебя весь вылез. Ты нам песенку-то сегодня будешь петь или нет? Нет. Почему? Да. Ну все ждут, когда ты нам песенку споешь. А у меня не получается, она слишком трудная. Ну, а Егору не получается песенка. Ну-ка, спой, чтобы Егор это узнал, как по-английски песенку нужно петь, а? Смотри, какой у меня червячок. Ой, какой червячок получился. Я не знаю, китофагал, пика, какалыш, как там она поется? Не стой. Алиса? Сто. Сто. Мы песенку ждем от тебя про пальчики. Или ты ее не знаешь? Не знаю. Не знаешь? Да. А мы думали, ты нам споешь. Споешь ты нам песенку? Ну, потом я его... Ну, когда? Мы сейчас хотим послушать. Нет, давай. Я потом. Да давай сейчас спой. Нет. Ну, давай спой сейчас. Уже черного уже нет. Уже нету черного? Ты уже все выдавила? Да. Интересно, Алиса. А там есть. А это какой есть? Коричневый? Да. Ну, давай коричневый. Завитушки вот такой. Завитушки. Да, завитушка, цветок, как Микки Маус, просто вот такая вот ромашка. Да? Просто да. Такой ромашка? Да, когда Егор я... все сделал, да? Нет. Нет? Ой, это какой-то желтый коричневый. Желтый коричневый? Да. Интересно, у Алисы получается украшение на кексике, да? Очень интересно. Как Маша говорит в мультике, очень добрый день. Да? Смотрите-ка, у меня большой червячок. Да, большой червячок у Алисы. У тебя там куча, по-моему, червячков получилось на кексике. Не Микки Маус, а куча червячков, которые после дождя вылезли на дорожку полежать, погреться на солнышке, да? Вот это, по-моему, точно у Алисы. Да? Куча червячков у тебя там получилось, шоколадных. И червячки все лезут и лезут у Алисы. Смотрите, какой у меня большой червячок. Ой, какой большой червячок у Алисы получился. Ну, это здорово. Ой, прикольно как получилось у Алисы. Алиса, все карандаши шоколадные съела. Ну, что тут уже? Все? Сделали? Да. Ну, давайте показываем, кто что сделал. Да, посмотри, чуть-чуть тут надо еще. Алиса, показывай, что ты сделала, а потом Егор будет показывать, что он сделал. Будем оценивать ваши... кулинарное искусство. Как вы украшаете кексики? И что мы должны... Да я не белый. И это что? Это желтый. Говорит, всем пока-пока. Так пока еще мы не показали, что вы сделали. Сейчас покажете и скажете всем пока-пока. Смотрите, у меня больше денег. Да? Ну давай, Алиса, ты показывай, пока Егор там доделывает. Я хочу торт доделать его. Так ты уже доделал. У тебя, смотри, там куча червячков получилось. Нет, я еще да. Вот, теперь мы все доделаем. Ну-ка, давайте смотрим теперь, какой у Егора получился. Вот, какой замечательный у Егора получился. И у Алисы. Ну-ка, покажи, Алиса, поближе покажи. Сейчас я делаю еще точки. Так, вот какие получились. Я хочу точки сделать. Ну, все, сейчас мы будем эти кексики кушать. А всем говорим пока-пока, да? Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал в гостях у Алисы и Егора. Все, пока-пока. Ставьте палец вверх. И не забудьте комментарии оставить.